Мегафон перестал быть акционером Связного, продав долю в ритейлере. Как заявил директор оператора Хачатур Памбухчан, компания довольна сделкой, а также за последнее время Мегафон активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, что позволило руководству принять такое решение. Я думаю, для Мегафона это несущественно. Действительно, Связной превратился в непрофильный актив для Мегафона. А вот для Связного потеря крупного акционера, который одновременно являлся крупным партнером по бизнесу, наверное, это существенно, но вопрос в том, кем Мегафон теперь заменен в качестве акционера. Также с мая месяца App Store ограничил абонентам Мегафон возможность оплачивать сервисы Apple со своего мобильного счета. Данная проблема возникла после начала специальной военной операции. Однако у остальных операторов оплата по номеру телефона в сервисах Apple была доступна. На вопрос, почему оплата сервисов Apple с мобильного телефона стала недоступной для абонента Мегафона, но сохраняется для клиентов других операторов, Хачатур Памбухчан на интервью РБК сказал, что в этом решении нет логики. Ну, эта ситуация связана не с Мегафоном как таковым, это связано с политикой Apple, с их пониманием санкционных режимов. Так что эта ситуация не может быть решена здесь на уровне Мегафона, и от Мегафона здесь мало что зависит. Это вопрос вообще разрешения общей кризисной и санкционной ситуации. Напомним, что Мегафон – российская телекоммуникационная компания, представляющая услуги связной сети. Компания входит в так называемую «большую тройку» российских операторов связи и на сегодняшний день обслуживает более 100 миллионов абонентов. Аделина Абдрахманова, Универньюз.